Всем привет. Ходил к травматологу, посмотрел, говорит, ого, как нога опухший постоянно палец. Ого, говорит, что будем делать? Снимок. Я говорю, ну, наверное. Он говорит, а что было? Я говорю, да, камень, говорю, в море ударил 3 месяца назад. Вот и хожу, хромаю. А, ну давай тогда не будем снимок делать. А Аэротал назначил колеса. И физлечение. 2 физлечения сделал. Ортопедические стельки, говорит, купи еще. 3 минуты, ровно 3 минуты у него был. Ровно 3 минуты. Вот, а теперь идем затариваться в аптеку. Мать надо взять еще какую-то на физлечение. Приобрел себе колесики. Можно жить теперь. Смело, весело. Слушайте, а вроде сделали эту процедуру, вроде такая на вид такая беспонтовая, а полегче ноге стало, даже не хромаю, как будто. Да нет, спасибо. Рыжик дома сидит. Так, что делать? На море идти или нет? Что его каждый день снимать? Что там новенького-то на этом море-то? Погода пасмурная, солнца нету, короче. И плюс 5, плюс 7 ночью вообще, наверное, минус холодрыга на улице. Пойду стельки поищу. Да. Да, маслы. Поспрашаю, может маслы у нее остались, собака. Ну иди. Ну что ты? Хватит тебе выдрыгиваться, рыжик. Бери, иди, кушай масуал. Смотрите, какой масолик хороший. 3 масолика осталось только у нее. Здесь кушай. Здесь, в этом районе. Корм вчера купил. Давай, ешь. Не выпендривайся, давай. Ну, иди, кушай, иди, Рыж, иди, кушай. Что это такое, а? Это что за дела? Сейчас унесет его оттуда. Так и знал. Эх, рыжик. На подушку. Это что такое? На подушку, рыжик. Спасибо всем, кто внимание уделяет ялтинским собакам. Рыжик, ну как вот несерьезно, а? На подушке. Ну что это? Безобразие какое-то. Безобразие. Там еще купил ему это. Суповой набор ему. Спинки. Курочка ряба называется. В другом формате.
в другом магазине в центре, там, Спартака брал. Три штучки. Там вот так странно продают. Где-то по килограмму, а где-то вот тоже по каким-то граммам. Наваривают они, что ли, как-то там обманывают на этих граммах. Я уходил, короче, не стал его брать с собой, думаю, пусть сидит. Ведь я на троллейбусе поеду. Хромает же нога, болит. Так он как начал плакать здесь. Я уже на улице иду и слышу, о-о-о, плачет, короче, мама родная. Сердце кровью обливалось у меня. Не знаю прям, что делать. Дверь открыл, сейчас пришел. Он встречает меня, аж вот прямо трясет его. Я говорю, идем на улицу. Пошел на улицу, короче, он не идет. Боится, что останется на улице. Риджик-джанчик, ты не переживай. Риджик-джан. Кушай. Режик. Не хулигань давай. Режик Джанчик, не хулиганьте, пожалуйста. Кто там? Машина ездит. Резик. Носом подкидывает руку, чтобы я его постоянно гладил. Резик, Джанчик, хватит прикалываться. Иди воды попей. Резик. Опять второй канал завел. Ялта онлайн. Тот удалил, потому что нельзя. Ну, я с этого канала, короче, присягнул еще один канал. А так нельзя делать. Ну, в смысле, можно, только потом, если один из них накроется, то сразу обоего YouTube заблокирует. Сейчас по-другому сделал, короче. Подписывайтесь, если что. На тот подписался 400 человек за 4 дня. Ёлки-палки, неужели... 400 человек только живых. Как ты думаешь, Резик, неужели 400 человек всего живых? Остальные что, боты? Боты, что ли? Ну, вроде... деньги не покупали подписчиков.
Если в Лазаревском, который подписались, ты есть.